В этом видео мы покажем, как поменять плафон узенький, в который вот рука тяжело залазит. Вот у меня тяжело залазит рука. Это мы покажем сейчас. Так, для этого, конечно, существует ключик вот такой, который легко вот так вот одевается и закручивается. Но если такого ключика нету, мы сейчас вот покажем. Давай сначала с ключиком, вот так вот с ключиком одеваем его. Вот, это мы с ключиком снимаем. С ключиком крутим. Вот так снимаем узкий плафон. К узким плафонам относятся все плафоны, которые вот рука не заходит. Лампочку поменять. Существуют такие приспособления. Так, вот мы сняли плафон. Так, все, барашек сняли, вот сняли плафон. Так. А что же делать, если у нас ключика нету? Сейчас мы вам покажем, что делать, ключика нету. Показываем, ключика нету, давай. Вот так вот его мы немножко оттягиваем и крутим барашек самим плафоном. Конечно, на потолке это не очень будет удобно, но все равно. Вот так вот. Барашек откручиваем самим плафоном. Хитрости сборщика у нас сегодня. Вот так вот. Это напоминаю еще, если ключика у нас, ключика вот такого, допустим, у вас нету. Вот так же мы сняли плафон. Так, а что делать, если мы лампочку достать не можем? Вот мы сейчас покажем, лампочку мы достать не можем. У нас есть еще вот такой ключик. Давай, показывай так вот. Чпок, лампочка. Все. И мы ее вкручиваем в узкий плафон. Так, вкручиваем. Так. Все, вкрутили. Давай теперь покажем, как нам ее выкрутить. Опять ее раз. Так, все. Вот мы выкрутили. Вот мы сняли лампочку. Так, то же самое будет и для большого цоколя. Вот этот ключик. Вот для большого цоколя такой вот ключик. Вот так же мы можем снять тут. Так, ну вот так вот. Так что напоминаю. Можно снять легко без ключика. Покажи еще раз, как его снять без ключика. Без ключа как снять? Давай еще. Мы его вот так вот немножко оттягиваем. Так. И снимаем. Все. Вот там длинная закрутка. Все, так можно снять все плафоны с нее. Все, не обязательно ключ. Если у вас его нету, можно... Так, все. Вот сняли закрутку на сутках. Все.